В Ереване во время акции оппозиции задержаны десятки активистов. Как ранее сообщал канал 13, утром 23 февраля протестующие против премьер-министра Николы Пашиняна собрались в правительственном квартале. Силовики отцепили несколько зданий и начали задерживать наиболее активных участников антиправительственной акции. При попытке задержания полицейскими был избит координатор оппозиционного движения «Спасение Родины», представитель Дашнак Цуцен Ишхан Сагателян. Кадры избиения, на которых на его лице была видна кровь, транслировалась рядом армянских СМИ в прямом эфире. Ich hab Wachen, die nur den Wollen, die sparen Wachen.